сильно был обстрел, летал дрон, квадрокоптер, сбрасывал гранаты, мы спрятались в блиндаж, и потом уже подошли русские военные, и мы вышли, сдались в плен. Ну, хорошо проявили, ничего, спросили, где болит, что, где зацепило, может, ранило. Я сказал, да, там он потерпи, там тебе окажут первую помощь, все нормально. Ну, оружия у нас нету такого. Все, как обычно, автомат Калашников. Потом, что у нас еще есть? Ну, в моей родине, я родом, БТР есть, но они неисправные, конечно, есть. Ну, такой техники в моей роте нету. Сержанты старше, может быть, только. Ну, они сидят, получается, где-то в тылу, ну, на радейке, как старшие, получается. Меня закинули, сказали 2 дня, мы как попали туда, увидели, что это такое, ну, хотели сразу. Ну, нас должны были поменять. Ну, мы хотели писать отказанные, потому что, ну, это так не делается. И все. У нас не поменяли, нам сказали еще 1 день продержаться. Но мы не продержались. Мы потом даже с автоматом не стреляли. Самое страшное, это когда работает вертолет и танк. Это самое страшное. Когда артиллерия сыпет. А только звук слышишь и все. Вертолет слышно, что гудит, гудит, опа. И только слышишь жу, жу, жу. Все, сразу прыгнулся. Упал кулаком. Я сказал, я вот так можете записать на видео, я так сказал, что я в руки, в жизни автомат больше не возьму, я пойду лучше отсижу в тюрьме. Или буду где-то прятаться в селе, что меня не найдут. Нет, так я больше не могу. Против танка с автоматом. Куда? Бог дал жизнь один раз, вот. Вот получилось, вот так вот нас, это хорошо, что хоть не убили, а то в плен взяли. Хоть дай Бог, что поменяют. Все, я почувствовал, все, второго шанса уже не будет.